Сейчас загружаем ящики, открываем, смотрим, эксперт, проверяя, что там внутри. Смена полярников с научно-исследовательской базы Хастыр, что на полуострове Харатумус, прилетела на вертолете в ближайший перевалочный пункт в Хатангу. Возвращение на Большую Землю омрачила неожиданная встреча с силовиками. Они изъяли груз, который оказался не совсем научный. В результате контрольно-проверочных мероприятий на борту вертолета, арендованного Федеральным государственным бюджетным учреждением Арктический и Антарктический научно-исследовательский институт, сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Западному Арктическому району выявлено более 980 килограммов ценных и особо ценных видов рыб. Ученые только разводят руками и уверяют, сами ничего не ловили. Ловили ее местные жители. У нас она лежала на хранении. Не на хранении, а просто лежала. Мы его загрузили, привезли сюда в Хатангу, чтобы сдать. А кому вы платили? Или в полицию, или куда мы еще не... То есть мы этого не знали, здесь должны были лежать по факту. Только вот когда был осуществлен досмотр и вскрыли ящики, только тогда вот было, стало видно. Остальное как бы... А вообще вы находились там? Вот, были на этой мотошке? Вообще на ней бывал, так скажем. Бывал, конечно. Ага. Ну, то есть вы не знали, что там как-то рыба ловится? Нет. Ну, при мне там никто не... Да и не видел я там ничего, чтобы кто-то ловил. Сотрудникам ФСБ, которые обыскивали вертолет и опечатывали груз, сразу бросилось в глаза качество упаковки. Несколько сотен хвостов ценных пород были обернуты в пищевую пленку, откалиброваны по размеру и разложены в специальные термические боксы для транспортировки рыбы, чтобы не испортилось в дороге. В самом институте уверяют, о ценном грузе и слыхом не слыхивали. Интересно. В общем, вы первый, от кого я это услышал. Пока мне ничего не известно, и, соответственно, ничего прокомментировать не могу на этот счет. Да. Ну, в общем, у нас этот пикантный случай, так сказать, неизвестен. На исследовательской станции Хастыр Институт Арктики и Антарктики ведет свои изыскания с 2016 года. Это в сотнях километров от порта Хатанга и совсем недалеко от моря Лаптевых. Сейчас на этой базе новая группа, которая как раз и сменила полярников с задержанным грузом. Верится, что ребята, значит, смогли оставить и рыбу эту, значит, благодарность, как бы, значит, потому что ловится здесь, говорят, значит, очень сильно, значит, ловится рыба. Это традиционные места лова. Эта история с невыясненными обстоятельствами уже вызвала резонанс. Устанавливать, кто же занимался подозрительной рыбалкой, теперь будут правоохранительные органы. Уже известно, что конечным пунктом доставки должен был стать Архангельск. Сейчас вся партия изъята. Участников инцидента опрашивают следователи. Евгения Шелковникова при поддержке телекомпании «Северный город».